Всем привет! Ну что, ребят, сегодня у нас будет выбивание, наконец-то, Огнекрыла. Будем пробовать его забрать. Надеюсь, он обойдется нам и оправдает свои ожидания. Не свои, а мои, точнее. Так. Где там, блядь, эта жара? Жара в Castle Clash. На Китайке, к сожалению, ведь, как видите, нету так акций. Что-то они туплят, делают одного раньше, а героя вводят намного позже. Так, значки почета. Вот эта акция. Сегодня у нас жаркое лето. Кушаем мороженки в ожидании Огнекрыла. Так. Что тут у нас падает? Вообще покажу. Триант, одержимый, ворожай, Фрея, повелитель були, Огнекрыл. Все падает рандомно. Это не яйца. Да, наверное, даже хуже, чем яйца. Но ничего не поделаешь. Будем пробовать забрать его отсюда, потому что до завтра ждать нельзя. Так, сундук. Отлично. Сундучки. Талантика. Руна воодушевления. Самики. Карта смены чар. Вот, если вы хотите набить много расходников, ждите пирата. Там вы можете потратить самоцветы и набрать кучу именно топовых плюшек, которые вам помогут в прокачке ваших героев и аккаунта в целом. Поэтому такие вот акции ради того, чтобы прокачать героев, играть не стоит. Их вообще играть не стоит. Если вы хотите достать, собирайте героев осколками. Так, ну где герои? Смотрите, сколько мы уже переролили. Одержимый, вот наконец-то первый герой у нас на половине наших попыток пришел. Так. Руна воодушевления или исцеление, воодушевление все-таки. Ну, тоже неплохие. Триантик. Так, уже два героя есть. Интересно, обойдется так же, как и первый Некрос в 25 паков? Или все-таки дешевле получится? Карта смены чар. Ну, мороженки можно кушать бесконечно. Как и яйца бить. Так, золотой ключ. Ну, отсюда герои что-то, смотрю, вообще хреново падают. Самики. Интересно, на какую они попытку запихнули вообще, или есть он здесь. Опять одержимый нам упал. Чувствую, будет мега-имбовое выбивание. Так, поехали дальше. Кристаллы. Ну давай. Хватит уже тупить. Рандом. Золотой ключ. Карта смены чар. Ну, чувствую, это будет весело сегодня. Так. Эмблема руны. Вот так вот даже. Нифига себе. Интересно. Это скорее всего, блин, это скорее всего новый этот талантик на шестые руны. Точнее, камешек. Все-таки он донатный. Отлично. Это очень интересно будет. Карта смены чар. Опять триант, видите? Шанс, как обычно. Так, окей. Смотрим. Получить все. Произошла ошибка. Заебись. Мне это нравится, когда ты хочешь забрать все призы, посмотреть, что ты взял, блядь, и убивает ошибку. Так, сейчас посмотрим, что там у нас. 27 добавилось.
Вот так вот, что ли? Руна оживления. Не понял, что они... А, это светится не из-за этого. Так, смотрим внимательно. Вот она, есть, эмблема руны. Отлично, ребят. 150 какашек стоит. Так, ну что, сделаем шестой сет. Отлично. Так, сейчас сделаю задвижечку. Черный квадрат. Включаем читы. Не бойтесь, это у вас не пропало изображение. Это просто черный. Так, есть. Да, отлично. Сейчас надо подумать будет, какую руну сделать шестой в первую очередь. Посмотреть. Ну, скорее всего, я буду делать руны на архидемона. Так, есть. Отлично. Отличненько. Включаем обратный экран. Побежали дальше. Рулетка. О, не рулетка, удача. Рулетка, удача будет попозже. У нас сейчас жира. Так, ну, интересно, какой будет шанс этих выпадений, этих. Потому что надо будет очень много. Так, еще шансы к нам не пришли. Так, ну давай. Думаю, уже можно. Подкрутили. Попытки нам. Есть, поехали дальше. Да, неплохо было бы пару таких рун вытащить. Фрея. Отлично. Только она нам не нужна. Нам нужен Огнекрыл. Я вангую, что мы за 48 попыток его не выбьем. Потому что, как обычно, это перейдет в 200 с лишним, блядь. И то не факт. Ворожей. Начали сыпаться герои. Эмблема руны, заебись. Просто четенько. Мне это нравится. Карта смены чар. Так, отлично. Да, неожиданно они у нас поменяли акции, сразу добавили все. Обычно так не бывает, что в тот же день добавляют. Обычно тянут до выходных. Видимо, денежки нужны были на выходные. Так, карта смены чар. Ну, Огнекрыло такие опять одержимые. Карта смены. Кристаллы. Да, как видите, шансы очень-очень хреновые. Так, отлично. Делаем ход конем.
Так, что тут у нас еще интересного есть? Это все неинтересно. Получить, получить. Забираем плюшки. Кстати, очень удобно то, что они добавили эту новую систему. Так, вроде все нормально. Побежали. Читерить дальше. Так, отлично. Так, есть, побежали дальше. Что тут у нас? Забираем. Опять ошибка, видите, какая-то ошибка при заборе героев. Почему-то, скорее всего, из-за нового этого, новой этой фигни нам выдает ошибку. Надеюсь, они это скоро исправят. Потому что это реально немножко бесит. Так, отлично. Что тут у нас? Смотрим, у нас должно быть. Да, уже две эмблемы есть. Отлично. Поехали дальше. Ну давай, Огнекрыл, где ты? У меня видос будет полчаса, как я тебя убиваю. Карта смены чар. Ну, нам уже герои повторно, много повторок повыпадало. Трианты, одержимые. Видите, это так и не падает, сволочь. Кристаллы. Можно было бы подождать до завтра и оставить... Так, опять кристаллы. Повелитель бури, нифига себе. Вот это они его запихнули. Эмблема руны, отлично. Еще один вылет нам обеспечен. Так. Карта яйца питомца. Ужас просто. Я уже устал жать. Почему нельзя просто поставить его? Сколько надо попыток, чтобы достать и все, и не париться. Ну давай, 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 Огнекрыл. Сундук пятый. Да, это жесть.
Фрея вторая, ни хрена себе. Что это было? Так, самики. Уже даже вторая Фрея выпала, блядь. У героя по второму выпадали. Огнекрыла так и нет. Архив, так. Ну, давай. Сундук таланта. Запарили. Смотрите, сейчас будет опять вылет. 100%. Мы забираем все предметы, получить все. Бах! Ошибка в приложении, отлично. Так, хорошо, делаем заглушечку. Побежали опять. Читерить. Да, ребята, я вам скажу, уже 20 паков ушло на эту хрень. И мы его еще не достали. Достали зато все героя уже в двойном количестве. Даже две Фреи достали. Его, в принципе, можно и собрать попозже осколками, но зато интересно в первую очередь его получить и посмотреть, что это за херобора будет. Ну и вам, думаю, интересно посмотреть на это все. Так, отлично. Отличненько. Открываемся. Поехали обратно в жару. Так, мы сейчас должны еще шансики подвести нам. Вот так, карта группового. Ну, Огнекрыл, давай уже, что ты? Где ты там? Мы все тебя ждем. Уже сколько дней? 3 дня, блин. Так, отлично. Это жесть, ребята, вот это жесть. Так, у нас уже можно сделать 3 6-х сета. Пишите в комментах, какие сеты вам интересны будут. Я думаю, что интересно будет сделать замедление на архидемона, например. Смертельный удар, грубую силу. Я хотел психощит, думал, будет 6-й психощит, это реально орбы было бы наковать психощитов. Так, ну чё там? Где ты там? Это жесть просто. Жизнь, боль. Есть, блядь. Сука ебучая. Есть, ребята, мы это сделали, блядь. Мы достали его, блядь. Я не знаю, сколько там, 19 паков или 18, блядь. Ну, есть, отличненько. Отличненько, просто добиваем попытки. И идем его качать. Наконец-то, блядь. Ух ты, тварь ебучая. Аж настроение поднялось, блядь, поматериться.
Надо пойти обязательно сегодня мороженого накупить. Сожрать за него. Сундук. Отлично. О, yes. Давайте еще одну эмблемку. И можно отлично пофаниться будет. Так. Обязательно, ребята, поставьте лайк под видосиком. Куча бабла слита ради того, чтобы вам показать первым героя в действии и сделать на него обзор. Так, отлично. Сейчас мы зайдем еще в одну акцию. Или уже попозже зайдем, ладно, не буду. Сундук талантов под конец вышел. Отлично. Забираем эту тварь, смотрим на нее, как она будет выглядеть. Получить все. И опять выбьет, сука, опять выбивает. Ну что ты сделаешь, ну? Походу они какой-то баг будет опять обнова. 100% обновится опять сервак. Потому что это будет всех заебывать, и все будут писать в ТП ебаный в рот. Что за хуйня? Ну, правда, много донатов у нас нету, то поэтому будут писать только такие, как я. Так. Идем сюда, войти, герой. Юху! Есть, вот он, ребята, вот он, Огнекрыл. Наш, ну не знаю, пишите комменты, это однозначно, ребятушки, просто топчик. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, делайте репостики, обязательно поставьте лайк. Все, всем пока.